Банкноты Великобритании – это бумажные знаки национальной валюты, выпускаемые Центральным банком страны, Банком Англии. Они являются единственным средством осуществления платежей на всей территории страны. Банкнотами, купюрами британских денег являются фунты стерлингов, единственным эмитентом, который выступает Банк Англии. В настоящее время в Великобритании в обращении находятся банкноты номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. На банкноте в 5 фунтов стерлингов на аверсе изображена королева Елизавета II. На обороте Элизабет Фрай, реформатор тюремной системы в Англии. На банкноте в 10 фунтов стерлингов на лицевой стороне изображена королева Елизавета II. На реверсе ученый Чарльз Дарвин. На купюре в 20 фунтов стерлингов на лицевой стороне изображена королева Елизавета II. На обороте экономист и философ Адам Смит. На банкноте в 50 фунтов стерлингов на лицевой стороне изображена королева Елизавета II. На обороте промышленник Мэтью Болтон и инженер Джеймс Уатт. Банкноты Великобритании – это бумажные денежные знаки национальной валюты, выпускаемые Центральным банком страны – Банком Англии. Они являются единственным средством осуществления платежей на всей территории страны. Банкноты купюрами британских денег являются фунты стерлингов, единственным эмитентом которых выступает Банк Англии. В настоящее время в Великобритании в обращении находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 фунтов стерлингов. В банкноте в 5 фунтов стерлингов на аверсе изображена королева Елизавета II. На обороте Элизабет Фрай, реформатор тюремной системы в Англии. На банкноте в 10 фунтов стерлингов на лицевой стороне изображена королева II. На реверсе ученый Чарльз Дарвин. На купюре в 20 фунтов стерлингов на лицевой стороне изображена королева II. На обороте экономист и философ Адам Смит. На банкноте в 50 фунтов стерлингов на лицевой стороне изображена королева Елизавета II, на обороте промышленник Мэтью Болтон и инженер Джеймс Уатт.